Приветствую всех, друзья! Продолжаем прохождение Assassin's Creed Valhalla. В прошлой серии мы встретились с вами с королем Харальдом и узнали его план. Наш отец якобы дал ему присягу, то есть его, нашего отца, короче, земли становятся земли короля Харальда. Хорошо, нам сейчас нужно поговорить с Сигуртом. В первую очередь, да? 60 метров, где-то он здесь неподалеку у нас находится. Так, 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 так. Где же он, где же он, где же он, где же он? Область поиска. Так, хорошо, нам нужен Сюнин. Сюнин, ёптать-моптать. Ага, значит, Сигурд находится в этом большом доме, я так понимаю, да? Хорошо. Значит, пойдем туда внутрь. Вот что-то я сюда зайти не могу почему-то. Что-то, значит, здесь не так. Но он явно здесь. Блин, еще эти вот охранники тут стоят. Непонятно почему, непонятно зачем. Давайте соберем хотя бы хоть что-нибудь. Для того, чтобы восполнять свои жизни. Так, ну, тут, наверное, да? Это Эйвор, открой дверь! Входи, только тихо, чтобы не слышали люди Харальда. Где мы будем жить? Англия не сдастся! И война будет вечной! Или они сделают из... Два дня назад мы избавились от Кьотви и его псов. Но нынче мы не пируем. Мы прячемся за облаком страха. Но может быть иначе. Мы не позволим мальчишке наступить нам на горло. Мы клан Ворона. Наша судьба в наших руках. Ты знал, что твой отец даст клятву Харальду? Не знал. И оттого мой гнев полыхает еще жарче. Но я не собираюсь впадать в отчаяние. Мы не можем остаться здесь, под сапогом Харальда, не разжигая войны. Но можем пойти дальше, в новые земли. В Англию. И построим там новый дом. Свое. Сыновья Рагнара Ладброка пришли туда 8 зим назад. Хватит ли там земли всему нашему клану? Земли хватит всем, жена. Из 4 королевств Англии лишь в одном царит мир. Носить ошейник Харальда. Я согласен. Это будет сага на века, о да. Чтобы обосноваться на новом месте, нужны время и средства. Но богатств Кьотви на это должно хватить. Нет. Они принадлежат отцу, и это справедливо. В Англии мы все начнем заново. Предлагаешь начать заново без денег? В чужой земле, где нас ненавидят? Серебро Кьотви сильно облегчило бы нам жизнь, Сигурд. Его одолел я, и я вправе взять его имущество. Наш уход не должен вредить моему отцу. Это время возрождения для всех. Если ты не согласен, я пойму. Оставь богатство Кьотви своему отцу. В Англии достанет добычи для всех нас. Ладно. Не хочу недомолвок между нами. Мудрый вождь признает нужды и мнения других. Значит, в Англию пока не угас день. Берите только самое нужное. И не болтайте. Нам не нужно внимание воинов Харальда. Сколько ты слышала? Немало. Открыт новый путь, и странствие твое будет нелегким. Ты не уйдешь с нами? Я остаюсь ради матери. Но наши пути еще пересекутся однажды. До тех пор прощай.
Итак, друзья, тут что-то про Рагнара Ладброка говорили. Его сыновья в Англии, оказывается. Очень даже замечательно и хорошо. А собираемся в Англию, поэтому все необходимое у нас с собой. Главное, это топор отца и щит, который у нас есть. В принципе, мы одеты, обуты. Не так хорошо, как хотелось бы, но в то же время пойдет. Так, и сейчас, я так понимаю, нам нужно идти к нашему дракару, который отправится в сию же минуту. По-моему, это лестно. Думаешь, один... Эйвор, ветер попутный. Нужно отплывать немедля. Быстро же вы собрались. Отлично. Зову новых земель трудно противиться. Как обещанию славы. Но оставлять позади дорогой сердцу дом непросто, без горечи. Колеблешься? Нет, вовсе нет. Все уже решено. Тогда пусть судьба ведет нас. Ты готов? Я готов. Пора выйти в море и пуститься в путь, пока нас не задержали. Мы опоздали. Гляди. Судьба летит быстрее, чем мы. Знамя Харальда. Сигурд, зачем вы здесь собрались? Что ты затеял? Исход, отец. Это лучшее изгнание. Если мне не быть королем на родине, я начну новую сагу. В Англии. Что за вздор? Твое место здесь, со мной. Тебя ждут иные победы, иная слава. Мой выбор сделан, отец. Ты не убедишь меня. На пути к славе нетрудно сбиться с дороги. Не позволяй ложным победам ослепить тебя. Ты говоришь о ложных победах? Старый медведь, лишившийся чести, один раз преклонив колено? Чем дальше я уплыву, тем громче стану петь. А я стану его якорем. Лучше тебе стать его сердцем. Да хранит вас в пути Эгер. Да, конечно, попрощались мы с отцом. Не так, как хотелось. Слез кончилось, жалкие тюки с шерстью. Пора приналечь на весла. Впереди у нас... Куда мы плывем? Сыновья Рагнара поселились на ту побережье. Мы отыщем их. Рай, спой, развеселим хук. И разбудить богов! Пусть Тор пустит ветры, чтоб нам плыть быстрее. Впереди лежит океан, Эйвор. А за ним нас ждут новые владения. Ты много странствовал в Англии? Я провел лето в королевстве Мерсия. Славный край. Пышный и дикий. Но сыновья Рагнара верно взяли себе лучшие земли. Ты хочешь вступить в их войско? Пусть они вступают в наше. Скоро вся Англия узнает о клане Ворона. Наша слава прогремит в их королевствах. Так в Англию! За славой и судьбой! В Англию! В Англию! Или в Вальгалу! А это еще только начало, друзья. Это только начало. Я в шоке, если честно.
лекции в Кембриджском университете доктор Сиерки заявила, что наука не в силах ответить на эти вопросы. После выброса корональной массы в 2012 году сила магнитного поля Земли увеличилась в 50 тысяч раз. Это привело к сильнейшим помехам в спутниковой и радиосвязи, к возникновению опасных радиационных зон у полюсов и постоянному северному сиянию, которое мы сейчас наблюдаем из окна. К сожалению, мы не знаем, почему это происходит, и если быстро не найти ответ, это может изменить нашу жизнь, наши способы связи, даже наше развитие навсегда. По словам доктора Сиерки... Принес еще электролитов. О-о-о, с новым цитрусовым вкусом. Спасибо, Шон. Как все это исправить? Как вышло, что ты ключ ко всему? Итак, друзья, вернулись мы из прошлого. И, я так понимаю, лежит перед нами Эйвор. Играем за девчонку. Видимо, у нее в памяти, либо как они там в Ассасине все это делаются, я прохожу только первую эту часть Ассасина. Приблизительно я понимаю, что компания занимается вот этими перемещениями разными, да? Так, давайте подойдем и осмотрим тело. Ты далеко от дома, Эйвор. Ну и чего? А дальше что нам здесь делать? Туда мы зайти не можем. Так. Смотрим, есть ли здесь какие-то подсказки у нас. Либо же нам нужно возвращаться в дом. Либо же здесь рядышком кто-то еще лежит. Пью мой чай. Мятный чай — это вообще-то не чай. Это настой мяты. То есть мутная водичка с травой. Называй его как хочешь, Шон. Так ты его купил? Конечно, родная. Извини, что пришлось прерваться. Генератор начал тарахтеть. Ничего. Отдохну пока. Как тебе поток данных Анимуса? Комфортно? Да, кажется, поток стабильный. Славно. Дай мне минутку, и сможешь продолжить. Еще один спутник вырубился. Видел? Ага. Спутник Абстерго. Супер. Теперь чуть ли не во всей Северной Америке нет сигнала GPS, так что супер относительный. Да. Какая-то пирова победа. Ну все, порядок. Возвращайся в Анимус, как будешь готова. Так, ну осматриваться-то мы не будем. Пойдем, наверное, в Анимус. Это какой-то посох. Ну ладно. Пойдем, мы же в Англию в конце-то концов плывем. Ладно, приступим. Из Норвегии в Англию плыть около недели. Я перемотаю. Лейла, ты как? Прости, можно включить запись еще раз? У нас есть расшифровка, если ты что-то ищешь, я могу... Я хочу послушать. Ладно. Извини, что озадачила, но... Послание привело нас сюда, к скандинавской могиле в Северной Америке. И эти кости — наша единственная ниточка. Единственный шанс спасти планету, пока не поздно. Вот оно. Я жил, я умер, а теперь сплю. Я сплю и вижу сны. И в этих снах мне предстает злой рок, вновь подстерегающий наш мир. Найдите родича волка,
ярость бури. Найдите меня и спасите всех нас от гибели. Как-то тревожно от этого. Это серия звуков. В ней только координаты? Может, еще что? Других идей нет. Ладно, я готова. Поехали. Вот, Англия, наш новый дом. Не чета Норвегии, но скоро мы подчиним себе этот край. Я рад видеть любой берег. И мне уже не терпится вновь вступить на твердую землю. Не стоит торопиться. Перед нами простираются лишь земли саксов. Королевство Мерсия, враждебный край. Враги расставят ловушки и спрячутся среди деревьев. Нужно поберечься. Рандви, суши весла! Ждите нас! Ты заметил там что-то? Пока нет. Но лучше мы обезопасим для вас путь. Следуйте за нами, когда солнце коснется горизонта. Поняла. Да благословит всех Тор. Скоро увидимся. Вперед! Да! Я готов ко всему, что... Нападут, как только увидят. Пахари Альвы. Сигурд, сыны Рагнара ожидают нас? Пока нет. Но они не будут возражать. Из четырех королевств Англии сыны Рагнара захватили лишь одно. Остальные ждут нас. Значит, мы вступим в войско братьев? Нет, нет. Мы поговорим с ними, обсудим все. И поделим эти земли между собой, так как захотим. Смотрите, это что, город? Скучные дома, одна единственная руна их хопкого бога? Ее называют распятием, Даг. Их бога принесли в жертву на этом кресте. Им украсили монастырь, дом для жрецов. Они молятся кресту, на котором убили их Христа? Странно. Мы вырезаем статуи наших богов и почитаем их. Взять хоть жертвы Одину Одноглазому. Но не возносим хвалы волку, что убил его. Вот в чем разница. Пусть саксы кажутся нам странными, нас они воспримут не лучше. Молот. Вот символ, достойный бога. Этот крест слетел бы от одного удара молнии. Смотри, что они делают? Топят свою жертву. Да, это крещение. Неужто ты так мало знаешь о крестьянах? Что ты? Я просто позабыл. Да и разговор хотелось как-то поддержать. В том месте, верно, только жрецы и молящиеся. Причалить и разграбить дом их бога будет легко. А что, там хранится много сокровищ? Всегда. Они подносят своему богу серебро и самоцветы. Там их будет уйма. Позже, Даг. Сперва поселение, пограбить еще успеем. Сюда, все к берегу. Высадимся здесь. Путь преграждает цепь, протянутая через реку. Нужно убрать ее и плыть дальше. Цепь? Ее можно разрубить? Она слишком прочная. Но в том лагере точно должен быть способ убрать ее. Я пойду. А я отправлюсь вместе с тобой. Нет, Даг, останься. Ты будешь защищать корабль в случае чего. Хорош. Пустишь во врага стрелу, а топор будешь держать под рукой? Что-то в этом роде. Так, хорошо, ребят, мы прибыли с вами в Англию. Цепи. Теперь травушку, муравушку, малина. Здесь уже малина. Неплохо. Так, понятное дело, что здесь будет охрана в любом случае. Здесь мне точно не рады. Ага, я понял. Нам нужно в то здание. Поэтому будем аккуратненько пробираться для того, чтобы убрать цепи. И причем, что здесь везде охрана, это очень-очень плохо.
цепь огромна. И кажется, получится у меня убрать его или нет? Собью ее выстрелом. Так, одного минусанули мы. Так, одна есть. Готово. Свободен. Цепь убрана. Эйвор, бегом на корабль. Давай, 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 подплывай. Если не будет других помех. Отлично, Эйвор. Давай вернемся, Сигурд. Зададим этим псам трепку и заберем их сокровища. Легче легкого. Еще не время, Дак. Нам нужно двигаться дальше. И нам нельзя медлить. Будьте бдительны. Осталось немного. Боги, как же я голоден. Надеюсь, нас встретят с едой и элем. Нужно было их предупредить, чтоб поджарили для нас что-нибудь. Если Хальфдан, Убба и Ивар Рагнарсона не нашли еды в Англии, мы все оголодаем. Но не бойся. Эх, прямо вижу. Нежный, сочный поросенок. С элем золотым, как сокровище, которое мы упустили. Тебе мало нужно для счастья, верно, Дак? Ему так лучше. А я же хочу взглянуть на труды великанов, что построили здесь столь многое. Великанов? Великих римлян, империи великанов былых веков. Давным-давно они правили здесь, и в округе немало римских руин. Напоминают о славе, от которой остались лишь развалины и пепел. Камень для новых домов. Мы создадим здесь свою империю. И она не рухнет. Ничто не вечно, Дак. Руины — след былого величия. Смотрите, вон там. Сыны Рагнара разбили лагерь. Наконец-то! Ступим на твердую землю! Постой, Сигурд. Здесь что-то не так. Верно. Для войска там слишком тихо. Лишь пара человек среди палаток. Мы ведь не этого ждали, верно? Нет. Нам нужно осмотреться. Так, подозрительное поселение, вроде бы как должны быть сыны Рагнара, но, как вы слышали... Это не норвежцы, они чересчур грязные. Корабли заметны. Пробимся пешком. Мы пойдем вместе с Дагом. Нет, двинемся все. Если это друзья, я встречу их как ярл. А если враги, сразимся с ними вместе. Что это за люди? Говорят, непривычно. Верно, англичане. Да, Эйвор, за мной. Ну? И чё? Дальше делать? Кто к нам пожаловал? Наши реки загрязняют мерзкие даны? Ты назови свое имя. Я Сигурд, ярл Форнбурга. А вы кто такие? Те, кому не по душе присутствие в лагере чужаков-данов. Убирайтесь, язычники, или мы убьем вас всех. Ты грозишь норвежцам битвой и думаешь, что мы испугаемся? Я провел в море 8 дней.
Лезвие моего топора забыло вкус крови! Закрой пасть, скотина, и сражайся! Итак, сразу же, первая битва у нас, а? Иди сюда, сволочь! Покончим с ними! Идите-ка сюда, быстренько. Так, твое желание сбылось. И мы справимся! Так, я немножечко забыл, как здесь управление, но ничего, сейчас помню. Смотри-ка, песком бросаются, а? Пора бежать! Так, 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 тихо. Так, есть. Это разбойники просто пришли тут поживиться, наверное. Ну, сейчас поживитесь, ребят. Ну, что-то вы не на тех нарвались, ребят. Что-то какие-то они странные. Ну да, их многовато. Ну что ж делать? Так, долго бьетесь, ребят. Ганька-то что делает, а? Так, это жизни у меня нет, надо восполнить бы как-то их, попробовать, по крайней мере. Ты что, на меня? Это что, один осталось, два? Сколько их тут осталось? Где-то еще тут. Так, вот еще вижу одного. Прими свой вес. И вот там еще один. А, это, наверное, главарь их. Осмотрите здесь все. Хватит с меня неожиданностей. Да уж, я проверю длинный дом. Итак, друзья, прибыли мы с вами в Англию, убили уже разбойников, зачистили лагерь Рагнарсонов. И я думаю, продолжать будем уже с вами в следующей серии. Всем огромное спасибо, кто смотрел этот видеоролик от начала до конца. Не забывай подписываться, ставить лайки, оставлять комментарии. Не забывай про колокольчик, который уведомляет вас о выходе новых видео. Ну а с вами был, как всегда, Паша. Всем удачи и всем пока-пока.